Что такое правильное питание? Это когда еда не жирная, нормальная, полезная. Это витамины и всякие полезные вещи для организма. Не фастфудом, а овощами, фруктами, кашей. Можно ли есть много шоколада? Я считаю, что нет. Очень много сладкого вообще нельзя есть. Может живот заболеть. По 3 кубика шоколада в день. Маленькую плиточку, одну. Что полезнее, чипсы или картошка фри? Картошка фри, потому что в чипсах химия. Там специи. Да, специи всякие, они не полезные. А чипсы всего состоят из каких-то сахара, консервов каких-то. Ничего полезного из этого нет. Чем полезные продукты отличаются от неполезных? Полезные продукты – это когда ты едишь, получаешь полезные витамины. А вот всякие сладости – это только жир, который в энергию превращается. Не успевает, и из-за этого ты станешь толстым. Потому что там есть сахар. Хорошая еда – это чтоб быть здоровым, а плохая еда – это чтобы просто поесть чего-нибудь. В неполезных больше жира. Кто такие вегетарианцы? Это такие люди, которые живут в другой стране. Не питаются мясом. Только салаты там всякие, не едят мясо. Питание из трав. Какие продукты надо есть по утрам? Каша, которую напухают так, в коробочках для поездов. Быстро. Йогурт или творог? Я овсянка. Я ее почти каждый день варю в молоке и ем. Мы часто овсянку варим. А я очень люблю рисовую. Какой рацион питания полезен для человека? Салаты, огурцы, помидоры, витамины. Почему многие люди не придерживаются правильного питания? И они попробовали когда-то, и теперь просто из-за вкуса не могут остановиться. Хочется. Хочется попадать в больницу, хочется, возможно, даже уйти туда от гастрита или от сахарного диабета.